Привет, друзья! Мои подписчики давно уже просят меня снять рецепт какого-нибудь простого, несложного, но вкусного сыра, который можно использовать на пиццу. Совершенно с вами согласна. Как обойтись летом без пиццы? Я вот, например, сейчас совершенно не хочу есть какие-нибудь тяжелые блюда, а пиццу всегда можно. Итак, сегодня я для вас сниму рецепт простейший, очень несложный, который можно приготовить без специального оборудования. В кастрюльке дома вы сможете приготовить. Ну, конечно, потребуется именно фермерское молоко, поскольку мы с вами сегодня сварим моцареллу, но не классическую моцареллу, которая делается на заквасках, а сварим простой вариант моцареллы, которая делается с лимонной кислотой, так называемая салатная моцарелла или моцарелла капрезе, как ее еще называют. Что нам для этого потребуется? Нам потребуется лимонная кислота, помимо молока, да? Нам потребуется сычужный фермент или любой, берите фермент. Нам потребуется соль. Значит, если молоко вы пастеризуете, то потребуется хлористый кальций. Давайте сейчас все ингредиенты отмерим. У меня будет 10 литров молока. Значит, отмеряем на 10 литров молока. Я всегда, прежде чем варить сыр, делаю себе расчеты на конкретное количество молока, всего, что мне потребуется. Итак, как строятся мои расчеты? Я вот на 10 литров рассчитываю из расчета лимонная кислота, точно 1,5 грамма на литр. Значит, у меня, соответственно, 15 грамм потребуется. Соль нам нужна 5-10 грамм на литр. Я беру по максимуму, я люблю солененькую моцареллу в пиццу. Значит, у меня получилось 100 грамм. И фермент вы рассчитываете по тому, что написано на вашем ферменте, что пишет производитель. Всегда смотрите внимательно. У меня вот написано средний расход 5 мл на 30-40 литров молока. Итак, давайте отмерим для начала лимонную кислоту. Значит, лимонной кислоты нам надо 15 грамм. Ну, как правило, даже пакетики есть лимонной кислоты, в которых как раз 15 грамм. У меня вот такое приличное ведерко. Лимонную кислоту мы будем разводить, естественно, в воде. Мы не будем ее сыпать прямо. Поэтому нам потребуется еще 100-150 мл воды. 15 грамм лимонной кислоты. Теперь отмерим. Грамм соли. Можете брать крупную соль, если она у вас чистая, только не йодированную. Ну, тут не обязательно прям до грамма. Я сказала пределы. Если вы любите не соленую моцареллу, ну, такого типа, как в магазинах чаще всего продают, то берите тогда из расчета 5 грамм на литр молока. Так, я еще отмерю хлористый кальций. У меня молоко не пастеризованное, но я добавлю хлористый кальций, чтобы чуть-чуть увеличить выход молока, выход сыра. Значит, я беру на 10 литров где-то полтора грамма. Вот так. Хлористого кальция. Это по желанию, это не обязательно. Можете этого не делать. Так, и отмеряю фермент. Фермента мне потребуется 1,5-2 мл. Вот такой у меня удобный, до 5 мл есть мерник. То есть, когда набираем, вот здесь вот как раз мы сразу видим, сколько. Все, фермент набран. Итак, переходим к плите и начинаем варить нашу моцареллу. Что нам еще потребуется? Шумовка, нож и шампур. Если нет шампура, то только нож для разрезания сгустка. Понятно, что потребуется кастрюля. Потребуется какой-нибудь дуршлаг большой, либо большая форма, потому что я буду из 10 литров варить. Потребуется кастрюлька, в которой мы будем плавить. То есть в нее будем потом сливать сыворотку и в ней плавить. Потребуется какой-нибудь тазик, кастрюлька или контейнер с очень холодной водой. Заранее подготовьте лед. Ну и тут у меня подготовлена вода для того, чтобы потом разводить все сухие ингредиенты. И наш фермент. То есть все разводится в воде, прежде чем мы будем носить молоко. Еще нам потребуются перчатки. У меня вот такие перчатки с тканью внутри. Толстенькие. Я и всегда ими работаю с сырами. Типа паста филата, то есть который в том числе халуми, когда делаю. Если у вас нет таких перчаток, то значит возьмите обычные тканевые перчатки и перчатки тонкие. Сначала наденьте тканевую, а поверх уже наденьте обычную перчатку резиновую. Итак, приступаем. Значит, нам нужно молоко жирное достаточно, чтобы наша моцарелла получилась вкусная и сочная. И нам нужно молоко холодное. У меня сейчас молоко 3 градуса. Значит, не обязательно остужать так сильно. Самое главное, чтобы молоко у вас не было теплее, чем 12 градусов. На пенку не смотрите, это взбалтывало, чтобы сливки не остались
в канистре. Итак, сейчас нам нужно добавить сюда лимонную кислоту. Берем нашу лимонную кислоту и размешаем ее хорошенько в воде. Размешиваем ее. Значит, почему нам нужно молоко очень холодное? Если у вас молоко будет теплее 12 градусов, опять же, обратите внимание, молоко нужно обязательно свежее, чтобы долго оно у вас не стояло. Сейчас вот у меня утро, а молоко это вечерние дойки, но оно стояло в холодильнике, как видите, температура 3 градуса, то есть все в порядке с этим. Размешиваем полностью, чтобы не осталось там у нас лимонную кислоту. И аккуратно, тоненькой струечкой вливаем молоко и перемешиваем. То есть хорошенечко размешиваем лимонную кислоту в молоке. Размешали, и я включаю нагрев. Нам нужно нагреть молоко до температуры внесения фермента. Обычно это 34-36 градусов. Так, сейчас выставлю сразу на термометре 34 градуса, чтобы не прозевать. А то у меня лампа немножко заслоняет термометр. И нагреваем молочко. Итак, наше молочко нагрелось. Температура 35 градусов. Значит, температура нагрева молока в этой фазе приготовления сыра зависит от того, какой у вас фермент. Обычно производитель указывает на упаковке, какая оптимальная температура ферментов. Фермент можете использовать любой. Микробиальный, химозин, пепсин, просто сычужный. Любой фермент, который у вас есть, им и пользуйтесь. Просто рассчитайте правильно дозировку и вносите. Итак, вот видите, по риске у меня ровно 10 литров. Чтобы мне не задавали потом вопросы, то бывают такие сердитые женщины, ко мне заходят, начинают мне писать, что я ввожу всех в заблуждение, обманываю, что такого выхода сыра быть не может. И если у вас такого выхода нету, некоторые пишут, там, я 20 лет работаю с молоком, у меня свои коровы или там козы, никогда такого выхода сыра быть не может. Ну, если у вас такого выхода сыра быть не может, значит, проверьте свое молоко, сдайте его на анализ и посмотрите его белковую плотность. Значит, вам не повезло с животными. Так, это я внесла хлористо. Еще раз повторяю, если молоко пастеризованное, вносите его обязательно. Если молоко не пастеризованное, вносите его по желанию для увеличения выхода. Так, теперь я развела наш фермент. Вносим фермент тоненькой струйкой, хорошо перемешивая молоко. Значит, если вы варите сыры по всем правилам, можете замерить точку флокуляции. Кто не знает, как это делается, это после внесения фермента. Кладете на поверхность крышечку и засекаете время, пока крышечка у вас к молоку прилипнет, остановится и перестанет двигаться. Это будет точка флокуляции, это время. Коэффициент флокуляции у этой моцареллы 3. То есть можете тогда полученное время увеличить на 3, вычесть из этого времени уже прошедшее время и получите время, когда вам нужно будет разрезать сгусток. Я это молоко и этот фермент знаю очень хорошо, поэтому я точку флокуляции замерять не буду. Я сейчас поставлю время 35 минут, и через 35 минут я просто проверю готовность сгустка. Итак, внесли фермент, остановили молочко, успокоили, накрываем крышечкой и даем сгустку нашему встать. Пока все. Итак, время истекло, давайте проверим готовность нашего сгустка, посмотрим. Ну вот, можете видеть, что у нас прекрасно сгусток встал. Итак, начинаем резать. Сейчас я камеру чуть приподниму, чтобы мне она не мешала. Итак, режем зерно. Шаг у нас должен быть 3-5 сантиметров. Я буду резать 4 сантиметра. То есть довольно крупные делаем столбики, чтобы у нас моцарелла получилась нежная. Ой, нож длинный зацепил за камеру. И то же самое поперек с таким же шагом. Так, даем 2-3 минуты перерыв,
после чего будем резать по горизонтали. Теперь разрезаем по горизонтали. Опускаем шампур между столбиками. Разрезали и даем паузу примерно 5 минут. Начинаем плавный промес. Опускаем или лопатку, или шумовочку обратной стороной. Опускаем аккуратно между зерном и делаем очень аккуратно обратной стороной лопатки первый промес, просто чтобы зерно расклеить. Вот у меня тут не дорезалось. Оставляем еще на 5 минут. Видите, что активно отделяется сыворотка. То есть даже без всяких движений наших сыворотка пошла отделяться. Мы зерно разделили, и оно активно отдает сыворотку, идет синерезис. По прошествии 5 минут, видите, как много сыворотки уже выделилось у нас. Начинаем аккуратно-аккуратно промешивать наше зерно. Вот у меня тут прям сильно неразрезанные куски. Это у меня вечная проблема. Я их разделяю. И вот так аккуратно, не спеша, торопиться некуда, такими легкими-легкими движениями, просто чуть-чуть его шевелим. Чуть пошевелили, можете отойти. Синерезис у нас все равно продолжается, просто не давайте зерну слеживаться. Видите, как потихонечку начинают округляться края у наших кубиков. Вот такое крупное у нас зерно. Помешали, чуть-чуть оставили. Видите, уже довольно легко оно начинает у нас промешиваться. Уже можно так чуть-чуть поинтенсивнее, потому что сыворотки уже выделилось много. Зерно у нас уже вращается легко в сыворотке. Так вот буквально 5-10 минут мы чуть-чуть даем сыворотке отделиться. После чего начнем нагрев. Нагрев будем очень постепенно делать. То есть нам в течение примерно получаса вымешивания медленного нужно очень медленно будет нагреть до 40 градусов. Даже можно не до 40, а градусов до 37. Возвращаю наш термометр. Сейчас посмотрю, какая у нас температура. У нас температура по-прежнему 34, то есть ничего не остыло. Поднимаю температуру, ставлю здесь 39 градусов на термометре, чтобы он мне посигналил. Включаю нагрев. У меня на индукционной плите я поставлю 700 значение. И потихонечку начинаем мешать. Текущая температура у меня 35, даже поставлю 600. Чтобы нагрев был очень постепенный. И мешаем. Сейчас включу себе таймер сразу. Где-то на 25 минут. И непрерывно помешиваем. Резкий нагрев нам не нужен, потому что это заварит наше зерно, и оно перестанет отдавать сыворотку. 36. Убавила до 500. Слишком быстро нагрев идет. То есть на газовой плите, если делаете нагрев, ставьте самый маленький огонечек, который только можно. Вот я даже до 400 убавлю, потому что у меня... Вот, здрасте. Совсем выключаю. 37, что-то меня обманула плита. Включаю опять. 300. Вот смотрите, что у нас начинает происходить. У нас зерно начинает, видите, тянуться. Видите, вот. Так, у меня температура 37. Слишком быстро даже произошел нагрев. Ну, ничего страшного. Так, все, у нас зерно готово. Выключаю нагрев. На 37 я остановилась. Смотрите по своему зерну. И еще минут 5 сейчас помешиваю. Так, у меня уже начинает ко дну все прилипать. Так, даем отстояться. Отбираю часть сыворотки, чтобы мне удобнее было выкладывать зерно.
И сыворотка нам потребуется, мы в ней будем плавить нашу моцареллу. Так, ну вот уже зерно у нас хорошо показалось. Сейчас сыворотки отогну. Вот так оставила в кастрюльке. Так, термометр нам пока больше не нужен. Он нам будет нужен в другом месте. Нам нужно будет нагревать сыворотку. А мы тем временем вытаскиваем наше зерно. Так, сейчас я вот так сделаю, чтобы вам было видно. Ой, за что там я зацепилась? Попробую, чтобы вам было лучше видно. Вот. Придется помогать второй шумовкой. Можете прям поставить, если у вас меньший объем, поставьте душак прямо на раковину и просто слейте остатки через душак. Слить сыворотку вот отсюда. Сыворотку из поддона слила, чтобы было куда ей выходить. Так, ну по сути дальше, как я это выгребаю, вам не интересно. Сейчас я остатки выложу и на плиту поставлю уже другую кастрюлю. Так, постоял чуть-чуть у меня. Теперь надо его перевернуть. Лучше, конечно, было отбрасывать на ткань. Почему? Объясню. Потому что масса очень пластичная, тягучая. Она забивает дырочки. Вот, смотрите. Не знаю, видно вам, нет, вот по краю. То есть она забила дно, и очень плохой у нас отток сыворотки по этой причине. А была бы ткань, она бы препятствовала. Сейчас вот мне будет очень сложно это перевернуть. Сейчас буду исхитряться. То есть сначала отряхиваем ее вот так от корней. Фу, от корней, господи, от краев. От корней. Смотрю в сад, в окно. У меня же окошко с кухни прямо в сад выходит. Так, как же мне теперь эту всю массу перевернуть? Если даже вдруг она у меня сейчас развалится на части, то это будет не смертельно. Видите, какая пупырчатая. Вот эти пупырки, это все как раз вот забивались дырочки. Так, перевернулась горем пополам. Ничего страшного, нам тут форма не важна. Даем ей еще постоять, чтобы сыворотка отошла. Очень активно сыворотка отходит. Смотрите, вон сколько сразу натекло. Тем временем, значит, нам нужна будет вода температуры где-то 10 градусов. То есть нам сюда придется, вот в этот контейнер, куда мы будем выкладывать готовый сырок, нам нужно положить будет лед, чтобы вода охладилась. Сыворотку, в которой мы будем плавить, ну еще рано сейчас, мы впоследствии, нам ее нужно будет нагреть до температуры где-то 63-80 градусов. Понятно, да? Но сначала сейчас доводим до ума наш сырочек. Еще чуть-чуть сейчас постекает, сейчас я солью. Опять же, смотрите, у вас может получиться гораздо меньше проблем, если вы не будете такой резкий делать нагрев и подольше вымешаете. То есть, если вы зерно просушите в процессе вымешивания, получше. Я очень плохо зерно просушила, поэтому у меня вот такая квашня получилась. Но это не страшно совершенно. Все здесь поправимо. Ну, подожду еще минут 5. Пусть постекает хорошенечко. Можно так потряхивать, опять же, чтобы дырочки наши не забивались. Кстати, в ткани и переворачивать было бы легче. Вот. Учтите мой этот опыт. А опять же, это если много у вас сырной массы, вот как у меня. С большим объемом, конечно, тут трудно и переворачивать, и все. Если у вас там из 3 литров варите, то такого вообще-то такой проблемы у вас не будет. Так, ну, постояла еще где-то 5 минут. Сыворотку я сливала. Вот, смотрите, масса такая она у нас мягенькая достаточно, но это не страшно. Разрезаем. На квадратики, на кубики. Наш сырочек. Такие тоже сантиметра по 4 примерно. Еще внутри очень высокая влажность. Так, теперь нам надо наш сырочек посолить. Я прямо вот сюда в поддон перекладываю наши нарезанные кубики. Беру соль, которую мы заранее отвесили. И солю наш сыр. Переворачиваем его так, чтобы он весь равномерно у нас просолился. Так, и оставляем его в соли минут на 5. Пусть просаливается. А мы в это время достанем из холодильника лед
и подогреем сыворотку до нужной нам температуры. Так, друзья, сырочек я опять откинула сюда в форму, потому что он пока посоленный, выделил много сыворотки. Итак, сыворотка у меня нагрета, сейчас текущая температура 78 градусов. Здесь стоит у меня охлажденная вода. Давайте проведем тест на плавление. Берем небольшой кусочек нашего сыра. Я буду делать вот так, так удобнее всего его будет вытащить. Сразу надеваю перчатки, потому что руками это делать будет невозможно. Сами понимаете, 78 градусов. Так. Смотрим наш сырочек. Еще нагреем. Так вот разминаем его рукой. Пока туговато плавится, значит, нужно еще время полежать ему. Вот так рвется еще. То есть тест на плавление, у вас сыр должен в руках растягиваться в три раза. Вот уже, видите, неплохо тянется, к этому соринка попала. Вот, в три раза он должен тянуться и не рваться. Почти готово. Ну, давайте начнем тогда. Я буду частями плавить, потому что у меня очень много зерна. Если вы делаете небольшое количество, там литров из трех, то можете сразу весь сырочек нагревать. У меня подостыло уже, 74 показывают, чуть-чуть поднагрею. Ну, хотя 74 это тоже нормально. Можно прям в кастрюльку, просто так, мне так удобнее, в дуршлачке. И вот так начинаем собирать его весь в одну общую массу. Видите, какая пластичная масса у нас получилась. Разминаем все комочки в ней. Периодически опускаем ее в тепло. Еще доплавим чуть-чуть. Сильно, долго не увлекайтесь. Что ж ты... Ой, господи, как неудобно-то. Термометр бахнулся. А в этих перчатках ужасно неуклюже. Растягиваем. И складываем. Стараясь так, чтобы между слоями у нас... не оставалось воздуха. Таким образом мы получаем слоистую структуру нашей моцареллы. То есть тянем и подворачиваем. Снова тянем и сворачиваем. Если видите, что плохо начинает тянуться, просто достаточно окунуть ненадолго снова в нашу горячую сыворотку. Видите, какое красивое, блестящее у нас тесто получается. Затем берем вот так руками, выдавливаем вот такую бульбочку с него. И вот таким легким вращательным движением, не хочет отделяться пока, вот такая моцарелка у нас получилась. Отправляем ее в холодную воду. Красавица. Тоже ее в воду холодную. Ну, а из этой уже прямо формируем
остыла уже. И туда же. Отправляем плавиться следующую порцию сыра. И вынимаем всю нашу сырную массу. Разминаем в ней все комочки, если таковые имеются. Так. Еще чуть-чуть нагреем. 66 градусов. Маловато. Вот, масса хорошо начинает тянуться. Сильно долго не нагревайте, потому что в горячую сыворотку у вас уйдет много жира из нашего сыра. Нам это ни к чему. Все, выкладываю остатки. Наверное, не буду уже вам снимать, а то опять напишите, что слишком все долго. Так что выключаю запись, покажу вам потом результат. Ну что, друзья, давайте посмотрим, чисто для вас это делаю, сколько у нас получилось моцареллы. Так, пару сбрасываю и начинаю выкладывать наши красотулечки. Очень красиво закрылась. Как бы ее так поместить? Так, не знаю, видно вам 1483. Ну, то есть, грубо говоря, почти 1,5 килограмма у нас из 10 литров вышло моцарелки. Не буду сейчас, пока пусть в воде полежит. Потом я ее в пищевую пленочку заверну и уберу на хранение. Вот. Ну, а с вами я на этом прощаюсь. Варите сыр, варите. Это очень интересно, увлекательно. Результат радует всегда. Видите, какая красота у нас тут плавает. Знаете, какие шампиньончики получились. Красота. Какая пицца будет, а? А какой салатик с ними. Все, ну что, друзья, давайте посмотрим, что у нас получилось. Разрежем нашу моцарелку и заглянем, какая же она внутри. Видите, какая у нее слоистая структура? Вот такая вот моцарелка. Из нее выделяется сок. Нежная, сочная. Приятного аппетита! Ну и давайте проведем тест на плавление. Просто кладу на кусочек хлебушка и в микроволновку. Несколько секунд в микроволновке. И вот такая красота у нас получается. Как видите, все получилось. Моцарелла у нас идеально плавится. То есть на пиццу это просто находка. Готовьте с удовольствием. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. До новых встреч. Все. Ребятки мои хорошие. Мира вам, добра, достатка в семьях, спокойствия. Всего самого-самого хорошего и здоровья, и чтобы всегда ваши желания совпадали с вашими возможностями. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. До новых встреч.